Да, всем нашим, ребят, всем нашим. Привет всем нашим. Хотите фотожабы напоследок? Хотите фотожабки? Без проблем. Ну-ка, минуточку. Фотожабки напоследок вам подарить могу, как говорится. Просмотр фотожабок. Что это? Правда. Орган Центрального комитета ННР. На территории ННР неизвестные устроили террористический акт. Очевидцы сообщают о пострадавшем госте из-за границы. Следствие ведет расследование. Да, это просто наглое нападение на бедного Бреню. Он ничем этого не заслужил. Не зови меня больше еврей-аферист, что это? Это как мы Гартик играли? Чатик меня застралил своими артами. Вы готовы к Гартику? Так. Подписчик умер, обосравшись. Я обоссавшись. Ну, блядь, вот это, кстати, охуенно нарисовано. Реально, когда пазу сделал, блядь, Гартик на 30 человек. Позвал людей поиграть, блядь. И вот каждый зритель, блядь, включая меня. Это ужасно было, ребят. Это настолько хорошо, что я даже сейчас это выложу. Игорь, Стас, Олег. Где храм Бэпс? Я съебываюсь с кумысом. Но потом возвращаюсь с Бреней. Что это? В Брене после атаки крипера на ННР. Так, а за какую сторону будем Вололуды играть? Пока что не выбираем, мы еще решим. Ну, скорее всего, будем за славян. Это, блядь, это Брене своих товарищей привел, чтобы мы Олега в храм отнесли. А вот это к чему сейчас было? Вот это к чему? Это вот к чему Пол Пот, блядь? К чему здесь вот этот уважаемый товарищ? И почему они в Майнкрафте? Ясно. Сегодня в нашу чудесную республику прибыл гость из далеких земель. Наш любимый вождь встретил гостя со всей почтой, поселив его в своем загородном доме. Ну, кстати, похож на Бреню, похож в реальной жизни. Я просто видел, как Бреня выглядит. Похож, похож. Загадка. Жили-были два диктатора. Одного трахали до обеда, другого после обеда. Кому было хуже? Блять, да... Я Бреню, нашего модератора, уважаю. Не надо тут. Иллюстрация называется «Бебей и Бреня кайфуют в Майнкрафте». Угу. Бреня, само собой, голый, чисто в золотых штанах. Понятно. Hey, Бренец, nice big dick. Угу. Лаги тока, что это? Завтра снова похода, затем полоса препятствий. Оля обучение рушит сержант в моде. Все смертельно устали. Еще один парень получил свою чопу. Смешно тебе, да, Александр Васильев? Смешно тебе, кот Оксан, да? Вождя большая сися. Большая сися, понятно. Он обоссался и обосрался бы после долгого стрима, блядь. Что? Зацените, какой охуенный обед. Я не стал бы есть нашего попугая. За что вы так? Во, вот это, кстати... На самом деле, ты очень хитро поступил с данной фотографией, ты ее, по сути, просто обвел карандашом. Просто, ну, просто обвел в каком-нибудь редакторе для рисования, и все. Ну, то есть, ты немного даже, можно сказать, похалтурил, но работа все равно классная, потому что она добрая, а самое главное, реалистичная. Да, думаю, на этом все, дорогие мои друзья.
пожалуй, хватит с вас сегодня фотожаб. Да. Пожалуй, да, ребят, на сегодня фотожабы все, пожалуй.